Дамба вокруг Абакана, настоящий щит от разгула стихии. Это сейчас, когда здесь стоит лед, еще можно спокойно прогуляться. Однако уже в середине апреля, с приходом тепла, вода может подняться на несколько метров выше моего роста. Всего же по Хакасии 91 такое вот гидросооружение. Большое и маленькое. Несмотря на довольно ощутимую цифру, все дамбы просто обязаны находиться в идеальном состоянии, иначе все, поплыли. Как уверяют специалисты, Хакасия в этом смысле уже подготовлена. Плановый осмотр республиканских дамб состоялся еще осенью. Работа проведена масштабная, то есть 4 гидротехнические сооружения мы отремонтировали, порядка 20 сооружениях у нас был проведен текущий ремонт, то есть как раз после паводка 2015 года мы их немножко подремонтировали. Все сооружения готовы к пропуску, паводка 2016 года. Свою значимость дамбы и плотины в очередной раз доказали во время наводнения 2014-го. Разумеется, не обошлось без разрушений, но при всем этом напор стихии удалось держать, и ни один населенный пункт не был подтоплен. С того времени система защиты практически не поменялась. По уверению специалистов МЧС, это говорит о том, что созданный комплекс мер работает. Работает он практически круглый год. Уже имеем мы первые факты реагирования на выход на ледевых вод. В основном это у нас Багратский район, Троицкая, Первомайская, Знаменка. Буквально вот на 8 марта у нас появились первые наледевые воды. В принципе, обстановка пока достаточно стабильная. Вот, предусмотрено у нас и работы по разрыхлению взрывным методом ледовой переправы Арбаты-Харачул. Планируется у нас 2 рыхления льда, опять же, взрывным способом в Белом Яре в Алтайском районе и в Абазе. Остается добавить, что в очередной раз на проверку дамб гидрологи выйдут уже со дня на день. Там, где необходимо, будет проведен срочный ремонт. На это федеральный и республиканский бюджеты выделили почти 30 миллионов рублей. Кстати, будет проведен и плановый ремонт. Это в деревне Луговая Аскисского района и Весенняя в Усть-Абаканском. Но состоится этот самый ремонт уже, скорее всего, летом или ближе к осени. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.